учиться. Оно нормально. Сейчас открою дверь. Здорово, здорово. Как дела? Да нормально. А еще ж я тебе забыл сказать, что Карлос забыл. То есть узнал про сделку. Черт. Ну ладно, поехали в Генри в парк. Давай. Вот и все, мы уже приехали. Угу. Ну что, пошли? Пошли. Черт, Генри, нет, он умер. Черт, нет. Не знаю, кто это сделал и кто это. Ну, тот самый чувак, который нам дал эту дурь. Вон. Чего? Ну ладно, давай поедем, пойдем и разберемся с ним. Давай. Так, сегодня захожу первым. Эй, вы что тут забыли? Эй, ты, зачем ты убил нашего друга? На самом деле, ваш друг работал на ФБР. Чего? Не верю тебе. Скажи, где деньги? Если я вам скажу, что где я их спрятал, меня убьют. Мы вас убили. Зачем ты его убил? Не, он ничего не говорил. Ну ладно, уходим от Седова. Эх, это полная катастрофа. Генри мертв. Карло узнал про сделку. Деньги потеряны. Убили главаря китайской мафии, и скоро начнется война. Ну да. Мы влипли, короче.